Добрый день, друзья! С вами Коров Мегаполиса. Сегодня моим бройлером 45 суток, и сегодня подводим итог. Ну, я думаю, что здесь жара внесла, конечно, свои коррективы. В прошлое воскресенье мы взвешивали, чтобы динамику узнать за вот последние 8 дней, какая будет вот в связи с приходом жары. Посмотрим, как они набрали веса за эти 8 дней. Ну и сейчас я взвешу остатки комбикорма. И затем мы с вами приступим к взвешиванию птицы. Напомню, что тестирую комбикорма трех производителей. Это Пурина, ОКЗ и Баскатовский, Саратовская область. Ну, в общем, приступаем к снятию остатков комбикорма, а затем будем взвешиваться. Итак, остатки я взвесил. Начнем взвешивать птицу. И начнем с команды Пурина. Первая курочка 3115. Вторая 2800 с копейками. Ну, 2810. Вот так вот остановились весы. Следующие 2850. Так, следующая клетка. Ну, напомню, что вес табличный в 45 суток 2772. Ну, в принципе, девушки укладываются, несмотря на вот на эту жару. И то, что они кушают, конечно, очень плохо. Я думаю, веса были бы больше, если бы да кабы, да. Ну, что есть, то есть, в общем, друзья. Ну, исходя из сложившихся условий, и будет результат по кормам. Ну, все в равных условиях находятся, поэтому что будет, то и будет. Вот эта девочка 2700. Ну, 2719, наверное. Так, петушок, ну, небольшой, 3 килограмма. Так, курочка, ну, тоже 3 килограмма, 80 грамм. Ну, вот самый большой петушок, 3398. Вот он самый большой из всех. Ну, а теперь приступим к взвешиванию команды ОКЗ. Первая девчонка из этой команды 3270. Ну, пусть будет 3270. Не будем добавлять. Так, это вот девчонка, которую я лечу. Ну, она практически за сутки на 80 грамм поправилась. 2660. Вот так вот. 2660. Следующая девочка из команды ОКЗ 3265. Вот так вот. Остановимся на 3265. Так, очередная девчонка 3355. Следующая 3 килограмма 90 грамм. Так, очередная 3 килограмма 256 грамм. Ну и последняя курочка 3530 из команды ОКЗ. Ну вот, достаточно ровные веса, как у них были с самого начала, так они вот все дружно, в принципе, идут, набирают веса. Так, и остались у нас только баскатовские ребятки. Сейчас мы их взвесим. Ну, скажу, что они у нас по весам идут на третьем месте при прежних взвешиваниях.
Вот. И корм они едят меньше, значительно. Сейчас мы с вами все посчитаем. Вернее, сначала мы их взвесим, а потом посчитаем, сколько каждая группа съели комбикорма. Так, вот первая курочка 2700. Такая активная, пытается отсюда вылететь. Но если вот первая отставала от табличного веса, вторая обгоняет табличку 2965. Так, вот это еще покрупнее. Ну, 3 килограмма. Весы прыгают, 3 килограмма. Так, следующая курочка. 3 килограмма. 89 грамм. Вот небольшой петушок такой в команде баскатовцев. 2900 он весит. Так, следующий. 2915. Ну и последняя, седьмая курочка. 2910. Все, всех взвесили. Напомню, в каждой команде по 7 участников. Ну а теперь я посчитаю средний вес всех команд, вернее, каждой команды в отдельности, сколько они съели комбикорма и во что все это мне обошлось. Ну что, друзья мои, подведем итоги. Кто же у нас на третьем месте по весовым показателям? Это команда баскатовских. Средний вес цыпленка составил 2 килограмма 926 грамм. Как всегда, перепела пытаются меня перекричать. И им это удается. Так, на втором месте у нас команда Пурины. Средний вес цыпленка бройлера 2 килограмма 996 грамм. Ну, в принципе, всего на 70 грамм они опережают баскатовцев. И на первом месте у нас команда ОКЗ. 3 килограмма 203 грамма. Средний вес цыпленка. Вот такие показатели. Ну и кто, по-вашему, победитель ОКЗ? Да как бы не так. На самом деле нас-то что интересует? Нас интересует себестоимость 1 килограмма мяса. Мясо. Чем дешевле, тем лучше. Ну и сейчас посмотрим в турнирную таблицу, что же там за показатели. Я вам ранее уже говорил, чтобы вы занимали очередь за баскатовским комбикормом. Если кто-то этого еще не сделал, спешите. Иначе там будет огромная очередь перед заводом. Так, друзья, ну вот перед нами итоговая таблица на 45-й день от корма бройлеров Кот 500 Чехия. Всю табличку я вам пока не показываю. Нижняя строчка закрыта, чтобы сохранить интригу. В общем, что мы видим? Вес табличный, значит, на данный момент 2 килограмма 772 грамма должен быть. Ну и вот команда Пурина. Средний вес цыплят 2,996. Команда ОКЗ 3 килограмма 203 грамма. И баскатовские, самые маленькие, ну, не намного меньше. Все тут, они достаточно близко с Пуриной. 2 килограмма 926 грамм. Вот, веса минимальные и максимальные дальше идут. Ну, минимальный вес в команде Пурина 2 килограмма 719, в команде ОКЗ 2 килограмма 660 грамм. Это вот та курочка, которую я лечу. И в команде баскатовских 2700 ровно минимальный вес. Вес максимальный в команде Пурина 3 килограмма 398 грамм, в команде ОКЗ 3530. В команде баскатовских 3089. Ну и вот за это время они съели роста, ну там чуть-чуть они доели роста. Баскатовцы меньше всего, 250 грамм каждый цыпленок съел. Ну а пуриновцы и ОКЗ команда съели
одинаковое количество комбикорма по 293 грамма. Ну и сумма тут, соответственно, тоже видна. 13 рублей 7 копеек пуриновцы, 12 рублей 31 копейка ОКЗ и баскатовцы там на 9 рублей 25 копеек. Экономные ребятки. Вот, съели финиша за этот момент. Пуриновцы самые обжоры у меня получается. 2 килограмма 80 грамм. Команда ОКЗ кило 648 каждый цыпленок съел. И баскатовцы, я говорю, самые экономные, кило 476. Вот, в общем, они как ели мало, так и до конца вот ели меньше. Соответственно, ну вот сумма, на которую они съели, тоже далее видна. Пуриновцы на 77 рублей 80 копеек. Команда ОКЗ на 62 рубля 62 копейки. И баскатовцы 50 рублей 92 копейки. Вот. Общее потребление корма за весь период от корма, за 45 суток, получилось вот следующее. Команда Пурина съели каждый цыпленок 4 килограмма 791 грамм. Команда ОКЗ 4 килограмма 267 грамм. И баскатовцы 3 килограмма 709 грамм. Ну, вообще прям экономные ребятки. Скажете, я там плохо считал? Нет, все, я считал все правильно. Я сначала тоже удивлялся, думал, ну, почему так они меньше едят. Но вот факт остается фактом. Они ели меньше. Ну и вообще стоимость корма за весь период от корма. Пурин каждый цыпленок съел на 200 рублей 55 копеек. В команде ОКЗ каждый цыпленок съел на 173 рубля 97 копеек. И баскатовцы съели на 133 рубля 96 копеек. Видите, какая разница, да? Ну и конверсия корма, соответственно, у Пурины 1,6, ОКЗ 1,33 и у баскатовцев 1,27. Ну и вот самая интересная строка в этой табличке – это себестоимость 1 килограмма живого веса, исходя из затрат на корма. Ну, здесь у всех свои показатели, а общие затраты, там электричество, пропойки, конечно, в равной пропорции прибавят еще сумму к этим цифрам. Ну и, в общем, 1 килограмм живого веса в команде баскатовских стоит 45 рублей 48 копеек. Прибавляем 19% к этой цифре, и получается 54 рубля 31 копейка стоит 1 килограмм живого веса в команде ОКЗ. И 1 килограмм в команде Пурины стоит 66 рублей 93 копейки. Это плюс 47% к стоимости килограмма мяса, вернее, живого веса команды баскатовских. В общем, друзья, делайте выводы сами. Я вам говорить ничего не буду, я уже все сказал. Вот. Но, с одной стороны, меня, конечно, баскатовцы очень порадовали, вот что касается от корма бройлеров. С другой стороны, они меня сейчас расстраивают с комбикормом перепелином. После того, как у них изменилась тара мешков, там мешки стали весить меньше на 5 килограмм, стоимость поднялась. Я, честно сказать, не помню, насколько, ну, грубо говоря, на рубль там за килограмм поднялся. Ну, не помню, врать не буду. Поднялась цена. Вот. И качество комбикорма стало хуже, на мой взгляд, потому что яйцо стало у меня явно мельче. У моих перепелов яйца помельчали. Вот. Но это тема для одного из следующих роликов. А на данный момент вот по кормам для бройлеров мы видим результат. В принципе, пишите в комментариях все, что вы об этом думаете. Увидимся с вами на канале Куры в Мегаполисе. Подписывайтесь, не стесняйтесь, комментируйте. До свидания.